Всем привет, вы на канале Еще Один Ход, и мы продолжаем нашу игру в Long War. У нас севшая НЛО, и мы ей хотим разбираться. Садимся. Следующая операция пройдет в Японии. Мы знаем, где приземлились пришельцы. Это глухой безлюдный район. Корабль нужно захватить, всех лунатиков уничтожить. Сейчас посмотрим, что мы сможем тут сделать. Штаб, я рейнджер. Мы на позиции, ждем дальнейших приказаний. Вас понял, рейнджер. Штурм 1, разрешаю высадку. Подходите к объекту осторожно. Так, ну мы довольно далеко. А там вроде было большое НЛО. Странно, мне казалось, мы прямо возле него должны высадиться. Ну, пока что давайте продолжать. Наверное, начнем с разведчика. У него даже есть сканер. Давайте вот сюда. Внимание всем! Быстро мы. Сразу РПГ. Это, конечно, откроет несколько из них. А, я, собственно, вижу только одного. Ну, давайте РПГ, у нас их три штуки. Того не убило. Так, к сожалению, тут мы никого кроме него не видим. Ну, давайте пробовать. Отлично. Пробуем. Отлично. А, тут ей нужно были патроны дать. Это я, конечно, совсем забыл об этом. Срочно нужны патроны. Так, ну давайте подходить. Что, посмотрим, что мы там увидим. Ага, отсюда ничего. Как в целом и отсюда. Слушаюсь. Так, ну давайте подходить. Я обо всем позабочусь. Видим кого-то. 73%. Давайте посмотрим на разведчика. Давайте сюда. Так, ну давайте пробовать. Поправка на ветер. Так, можем, конечно, попробовать забежать, но вероятно мы увидим еще. А этого бы не хотелось. Хм-хм-хм.
Так, ну, возможно, стоит забежать сюда. Тут мы не должны никого видеть. Давайте не будем тратить патроны. Объект выведен из строя. Боеготовность. Тоже. А тут можем выстрелить. Они дрогнули! Вперед! Отступают. Так. Сюда, к сожалению, не можем забежать. У нас нет никакого укрытия. Давайте, наверное, сюда. Двигаюсь к точке. Слушаюсь. Так, к сожалению, не видим никого. Так, а что делается здесь? Ага, тупая паника увеличивает их волю. Угу, что там за эту панику? Не могу использовать, наверное, многоходовые умения, такие как близкие контакты. Ага. Так. Не видит его. Странно. Так. Ну, давайте сюда. Видим только здесь, и, видимо, придется им и стрелять. Recibido, señor. Ну, наверное, я бы так бы не рисковал. Хотя и очень выгодно сюда забежать. Давайте, наверное, чуть-чуть подождем с этим. Так, тут надо перезаряжаться. Так, мы должны его убить. Давайте, боеготовность. Давайте сюда. За дело. Так, пока что, судя по всему, меньше их не становится. Подвигаюсь. Не видно никого. Давайте, наверное, сюда. Перезарядимся. Двигаюсь в указанную точку. Ну, давайте сюда. И тоже перезарядимся.
И тут тоже. Принято. Иду. Наверное, будем заходить на корабль. Это показывает, что он где-то правее. А вот и они. Сразу два сектопода. Все видим. Начнем с РПГ. Однозначно. Почти убили. Так. Ну, давайте тут стрелять. Огонь. Отлично. Давайте выстрел сюда. Так, даже того ранило. Давайте-ка сюда. В целом неплохо. 84. К сожалению, некуда пробежать и спрятаться. Может быть, можно было бы вот сюда, но тут ничего не выйдет. Ну, давайте. Вот так вот. По нашему сектору ведут плотный огонь. Так, отлично, боеготовность мы сбили. Давайте подходить. Ой, да ты что, не видишь отсюда его? Это фиаско, конечно. Уже иду. Ну, да, урона, конечно, маловато. Надо бы им оттуда стрелять, но кто же знал. Что-то я не рассчитал, что здесь обрыв не сможет выйти из-за укрытия. Но в любом случае, наверное, лучше оставаться на этом месте. Да, был шанс его убить, если бы мог бы выстрелить штурмовик дважды.
Эх, ну давайте мы готовы здесь. Давайте вот сюда. Блин, не могу. Да, нужно было. Ну, ладно. Ну, по идее, по разведчику у него меньше шансов попасть. Он прибежал. Ох, куча берсерков. По кому стреляет? Ага, он артиллерийский обстрел. Походу, назначил туда. Нет, это нехорошо. Неужели сектопода нужно оставить в покое? Но сюда будет выстрел, очень мощный выстрел. С другой стороны, если нам нужно отбежать от них, может быть, и стоит отбежать. Так, давайте добьем этого. Даже если один выстрел сделаю, этого не будет недостаточно. Ну давайте третий РПГ. Или лучше боеготовности два выстрела. Ладно, давайте РПГ. Отлично. Тут тоже как бы надо перезарядиться. Да, тут давайте перезаряжаться однозначно. Можем так обойти, чтобы потом увидеть этих ребят. Так, ну давайте выстрел сюда. А тут нужно отбегать и перезаряжаться.
Так, а что у нас со своим тупоумием? 52%. Но определенный шанс, конечно, есть. Ну, давайте сюда. Да, он в дыму стоит. Давайте сюда. Моя готовность. Принято. Ну, потенциально можно. Отлично. Цель ликвидирована. Так, ну тут меткость есть, но никакого нормального результата это нам не принесет. Давайте попробуем тупоумие. Возможно, он промажет. Интересно, под тупоумием он даже не добежал. Это прям хорошо. Давайте нашим снайперам. Этим, пока он не слишком далеко, 72% всего лишь, очень странно, но давайте. Нужны боеприпасы. Цель еще существует. Перезаряжайся. Тут нет патронов. Давайте тут боеготовность. Она дважды выстрелит. Хорошо. Адиос. Так, теперь можем перезаряжаться спокойно. Возвращаемся на место. Повеселимся. Иду. Давайте сканер куда-нибудь вот сюда. Гляжу в оба. Угу. Заряжаемся. Они сваливают. Что, один выбежал, второй убежал.
Так, ну давайте подходить. Неплохо. Так, ну тут, к сожалению, захватить его... А, и выстрелить не получается. Это какое-то проклятое место. Зря туда опять встал. Так, давайте сюда. Так, на удивление, пока что никто не ранен. Так, давайте на всякий случай боеготовность. Тут подходим, перезаряжаемся. Тут потенциально просто далеко. Я пошел. Давайте сюда. Все еще далеко. Куда-то убежал. Так. Давайте посмотрим, что здесь. Пока что ничего. Наверное, будем заходить. Так, давайте сюда. Так, тут нам перезаряжаться не нужно. Я думаю, просто подходим. Так. Давайте подойдем, перезарядимся. Так, ну, думаю, подходим. Я пошел. Пора надрать им жопу. Так, куча летунов. Они его не видят. Ну тогда можем просто подождать их здесь. Давайте так. Снайпером подходим. Координаты получены. Так, отсюда видим.
Давайте сюда. Выхожу. Вас понял. Так, видит, но далеко он. Ну да, далеко. Давайте, наверное, лучше сюда. Давайте так. Хорошо. А, только разнес укрытие. Давайте подходить. Вас понял. Так. Я пошла. Выполняю. Так, мы открываем двери, я думаю, они должны быть за ней. Что, да, так и есть. Так, кто еще видит? Снайпер видит. А, давайте тогда начнем со снайпера. Не было крита. Патроны на нуле. Давайте вот так. Отлично. Давайте перезаряжаться. Боеготовность. Думаю, тут нам, конечно, нужно подходить. Да, давайте сюда. Координаты позиции получены. Так, дым, ну, слишком рассредоточенный будет. Давайте просто боеготовность. Так, в кого стрелять будет? Ни в кого. Процентов всего лишь. Ну, попал. Слушай. Давайте сюда. А кого он видит? О.
Так, думаю, подойдем поближе. Выполняю. Добрый день. Давай назад. Так, и как его увидеть? Давайте сюда. Так точно. Разведчик наш. И возвращаемся. Поняла вас. Так, Б готовность. Перезарядка. Так точно. А где-то еще кто-то бегает. И еще один мутун где-то. Все еще на что улице бегает. Звук? Давайте, наверное, пойдем в сторону мутуна. Наверное, зайдем через эти двери. Давайте сюда. Я мигом. Так, что у нас тут еще? Есть, выполняю. Наш джавелин. Дело. Мне показался ли был маячок? Может быть, баг какой-то? Да, там явно он пытается что-то увидеть. Сюда, может быть, он обходит нас. Там кто-то есть. Так, наш штурмовик. Подходим. Моя готовность. Подходим всеми остальными. Иду на точку. О, тут летун. Через стенку стоит. А не мутон. Лучше сюда туда идти. Сюда. Time to
Ясно. Начинаю движение. Так, ну давайте сюда, может быть, он залетит к нам. Окей, вот сектор, да? Для захвата мы не добегаем. Может быть, что-нибудь с гранатой. Но ни у кого их нету. Из тех, что поближе. Давайте сюда выстрел. Конец лунатику. Срочно нужны патроны. Так. Что, если мы побежим сюда? Так, тут, по-моему, только того, кто без укрытия. Давайте сюда. Шансов маловато попасть. Ну, давайте сюда. Где-то еще один? Угу. Да, а нет. Планк он не вышел. Что у него меткость, конечно, хромает. Давайте сюда. Вот так вот. Наверное, лучше перезарядимся. Координаты получены. Можно начинать. Уже иду туда. Давайте сюда перезарядимся. За дело! Убикация конфирмана. Так, наш разведчик. Давайте проверим. Да, командир. Никого нету.
Давайте перезаряжаться тогда. Ну, тут точно где-то должен быть мутон. Уже иду. Вижу добычу. А вот вон. Ну, это лучше вот так. Тут еще этот блок питания. Так. И у них в обоих есть гранаты. Поняла вас. Давайте сюда. Давайте мы готовность. Давайте сюда, наверное. Не спровоцирует ли его дым на гранату? Ну, давайте попробуем. Промазали. Таки бросил гранату. Так, и еще один. Почему-то и не было еще одного. А, считается, что он в укрытии. Любопытно. Сорок один процент. С меткостью, конечно. Напряженка. Нам нужен еще один выстрел, прежде чем разведчик сможет завершить. Так, ну так мы его точно не увидим. Давайте сюда. Хорошо. И теперь дело за разведчиком. Надеюсь, ты не промажешь. Объект уничтожен. Так, и приближаемся сразу. Иду.
Давайте сюда так сразу к дверям. Бегом! Ладно. Перезарядимся. Я готов. Отходим. Выполняю. Так, на самом-то деле мне туда нужен Выхожу. Снайпер и наш пулеметчик. Продолжим. Чтобы они могли сразу выстрелить, если что. Координаты получены. Бегом! Так, тут нам нужно перезарядиться. Давай отходи сюда. Берем снайпера. Слушаюсь. Так, давай тогда готовность. Ну, давай сюда. Так, тут тоже. Тут подходим. Никто не сомневался, что он там. Вижу противника. Они сдвигаются. Где-то они, конечно, забежали. Тут хорошо, видим двоих. Давайте выстрел сюда. Выстрел сюда. Как насчет убийства? Отлично. Прямо очень хорошо. Патронов больше нет. Выполняю приказ, командир. Так, всего 69. Сюда рискнем. Спешу. Спокойной ночи. Черт. Он еще движется. Вас понял.
Так, давайте сюда тогда. И тут 50%, ну давайте. Отлично. Я пошла. Черт, мегатон не сработало. Так меня не возьмешь. Так, тут перезаряжаемся. Тут забегаем. Так, тут можно попробовать захватить его опять. Нужно только ударить чем-то послабее. Ну давайте из бластера. Двигаюсь к точке. Так, замечательно. Надеюсь. 72%. Объект оглушен. Круто. И это еще не конец. Мы кого-то пропустили. Любопытно. Да, командир. Смена магазина. Выхожу. Перезарядилась. Так, ну тут мы вроде все видим. Да, тут нету тени. Ну, давайте проверим сюда еще на всякий случай. А, есть сектует еще. Вот черт. Это ошибка была. Иду на точку. Так, сюда можем вернуться сюда. И кинем дым. Ну как ты промазал с такого расстояния? Промахнулся. Как-то Лунгвари очень часто у них срабатывает разум под контролем. Ой, это же был пистолет. Ну ладно. Все в порядке, шеф. Так, ну, очень неплохая миссия. Очень мы хорошо разобрались с сектоподами. И даже почти никто не пострадал. Так, у нас тут повышение разведчика нашего. Давайте выбор. Выборочное прицеливание. Однозначно два хода. Так, агрессия, приспособленец. Давайте приспособленец. И да, у нас только один раненый. Замечательно. Легкий плазмер, 3 операционных, стазис камера. Давайте ремонт. Сразу продадим
то, что сломали. Так, это все. Да, похоже на том. И стазис-камера у нас есть. У нас там, по-моему, как-то был запрос на стазис-камеры. Но сейчас у нас только лазерные винтовки здесь. Так. Хорошо, что у нас там с постройкой. 7 дней осталось. Давайте продолжим. Показать результаты. Давайте посмотрим, что мы еще там можем. Есть потенциальный инженер. И на этом все. Ну, давайте. Так, пусть инженер будет на регенерирующее биополе. Так, и тут все хорошо. Ну, я думаю, тут смысла большого в них нет. Продолжаем. Спутник потерян. Прикрывал не будет вкладывать деньги в наш проект, пока мы не восстановим спутниковое покрытие. К сожалению, но сейчас они будут новые готовы. Вопрос, будет ли этого достаточно. Шеф, спутники к запуску готовы. Как только прикажете, мы их спутники выпустим. Готовы. Давайте. Ой, не сюда. Запуск спутника в Канаде. Это, по идее, должно уменьшить панику. Спутник запущен. Да. И теперь нам нужно выбрать еще одну страну, которую мы постараемся защитить. Я думаю, это будет Германия. 140 доход. Индийский инженер. Мы пойдем до конца. Так, а тут на что? Плюс 2 к защите. Плюс 2 к защите для снайперов и разведчиков. Генных модификаций. И время пси-тренинга. Ну, наверное, лучше все-таки деньги. Тем более, что тут доход увеличится, если я смогу освободить все. Давайте сюда и отправим. Да, у нас там нет перехватчиков. Мы их сюда закажем обязательно. От совета пришел запрос с высоким уровнем приоритета. Так, миссия совета. Что у нас тут? По словам Аднетты, у пришельцев осталось еще по крайней мере трое похищенных, которые сейчас пытаются доставить в безлюдный район в предгорьях Альп. Если у них... Если у этих пленников такой же потенциал, как у самой Аннетты, мы просто обязаны отбить их у пришельцев. Ну. Да, видимо, продолжение миссии с дамбы. И у нас 8 часов, чтобы отправиться туда. Что у нас есть? Есть в целом 3 майора. И в целом есть чем удивить пришельцев. Ну, так или иначе, давайте оставим это уже на следующий раз. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайки, подписывайтесь и еще увидимся.